видел хороший. Так, ну вот теперь я освободился. Как раз будешь голубей кормить и ролик снимать. Значит, друзья мои, ну казалось, что уже за столько лет, каждый божий день, то, что я показывал людям, ну не должно было уже оставаться у людей никаких вопросов. Ну по сей день, понимаете, вопросы остаются. Почему она остается? Понимаете, человек верит тогда, когда у него это получается. А если у него не получается этого, ему кажется, что это фантазия. Где-то его обманывает. Что-то не так. Понимаете? Вот то же самое вот это, да, по отношению хищник и голубь. Ну, люди, которые реально занимаются голубями, имеют хороших голубей, они прекрасно знают, что лучшего тренера, чем хищник, не существует. Никогда мы не поднимем голубей так, мы не заставим их летать так, как это делает хищник, понимаете? Ну и помимо этого, это же лучший санитар, лучший врач, понимаете? Вот если вы поймете, что голубей лечить не надо, ну все, да, и в этом случае вам помогает хищник, всю вашу подболевшую птицу забирает, тогда у вас все эти вопросы отпадут. Но пока у нас люди думают, чем еще пичкать голубей, понимаете? Конечно, хищник забирает лучше. Лучших больных, лучших слабых, понимаете? Лучших. Но не лучших на самом деле. Ну, скажу вот такой, приведу вот такой пример. Да, вот, понятие хищник и понятие жертва. Жертва всегда умнее хищника, друзья мои. Приведу в нашем жизни пример, да, возьмем это, да, преступный мир, воровской мир, и возьмем ментов. Преступник всегда на голову должен быть умнее, чем мент, понимаете? То есть то, что приходит в голову преступника, мент об этом не знает. И вопрос в том, они найдут ответ этого или не найдут, понимаете? Ведь есть еще и преступление века, который век прошел, а все менты мира не могли раскрыть, как же. А ведь это делали всего-навсего несколько человек. А против них голову ломает все это, да, правоохранительные органы мира, все лучшие следаки, там то, другое. Поэтому, дорогие мои, в дуэте хищник-голубь, считайте, что хищник это мент, голубь это преступник. Голубем вовсе не жертва, понимаете? И очень часто голуби так носят, да, там этих копчиков, за нос вводит их, как очень часто это делают преступники с ментами. Запоминайте это и никогда не забывайте. В общем, ну, чтобы эти, как бы эти вопросы у вас отпали, давайте поймем, что такое вообще хороший голубь. Что под этим разумевается? Красивый голубь – это хороший голубь. Дорогой голубь – это хороший голубь. Или что вообще такое хороший голубь? Что мы подразумеваем под понятием «хороший голубь»? Ведь я очень часто подкалываю, да, блин, говорю, у всех хорошие голуби, где плохих-то найти? Но когда ищешь хороших голубей, нету хороших голубей, парадокс какой-то. У всех хорошие голуби, а хороших голубей невозможно найти. Ну вот представляете, да, у всех там в огородах, в полях там полно арбузы, а арбузов найти невозможно. Ну так же не бывает, друзья мои. Значит, это все басни получается, то, что говорит хорошие голуби. Ну да, человек любит своих голубей. Никто не спорит, что для него это любимые голуби, это хорошие голуби. Ну, вовсе не означает, что этот голубь на самом деле хороший голубь.
понимаете? Это совершенно разные вещи. Давайте начнем по пунктам, что считается хороший голубь. Голубь должен быть идеальным здоровым или не должен быть? Он должен быть идеально здоровым. Если голубь уже подболел или переболел, или этот голубь живет за счет прививок, кстати, да, кто там за прививок, что ж вы за это, да, там уже есть прививки-то от ковида, что ж вы не идете себя, прививки не делаете детям своим, родителям своим, берегите от ковида, спасите от эпидемии, делайте себя тоже прививки. Но получается так, что в себя любимого мы не хотим, это, да, как бы ставить под удар, а вот этих милых созданий, беззащитных созданий мы насильно прививаем, мы же им не спрашиваем. Хочешь ли ты эту прививку, хочешь ли ты эти лекарства или не хочешь? Понимаете, мы насильно это делаем. И мы считаем привитую птицу, понимаешь, здоровую птицу. Здоровая ли птица, привитая птица? Нет, конечно. Потому что в этом организме находится искусственная болезнь. То есть в него вы внесли болезни, этот голубь уже переболел. Что такое прививка? Мы вносим в маленьком количестве заразу вот это, чтобы у него как бы сработалось иммунитет против этой болезни. То есть, но мы забываем, что это переболевший голубь. Понимаете, он нездоровый уже, он переболевший. Бывший больной. Ну как бывших ментов не бывает, так и бывших больных не бывает. Либо больной, либо мент. Понимаете? То есть первое вот это, да, критерия. Голубь должен быть идеально здоровым. Второе критерие. Я не говорю про спортивных голубей, это, да, я буду говорить про бойных голубей. Ну, понятно, что спортивная птица должна по-другому себя вести, там, это, да, там бойная птица по-другому. Декоративная – это совершенно другая песня. Само название декорация – это уже говорит о многом. Да? То есть голубь должен летать или не должен летать? Он должен летать. Голубь должен покрываться в точку. Он должен покрываться в точку. Он постоянно должен покрываться. Он постоянно должен покрываться. Это вот один из критерий хороших голубей. Если он один раз случайно покрылся, и вы считаете, что это хороший голубь, нет, он просто случайно покрылся. Понимаете? В общем, то есть голубь должен из самых пищалок, вот он пищит, он должен покрываться. Он должен исчезнуть с поля зрения, вы его не должны видеть. Вы его можете даже иной раз в бинокль не находить. Это второй пункт. Третий. Голубь должен бить. Должен бить. Бойный голубь должен бить. Он должен бить правильно или просто? Он должен бить правильно, и чем жестче бьет, тем лучше. То есть красивый бой он должен показывать, четкий бой он должен показывать. Он должен показывать такой бой, чтобы у вас глаза разгорелись. То есть это третий критерий. Четвертый критерий, да, возьмем по бойным голубям. У нас там берут узбеков с линоканцами, пакистанцев бакинскими, армянские с теми, с персами, иранцами, с теми, пятыми, десятыми, короче. Каждый второй селекционер. В общем, это хороший голубь? Нет, он никакой. Он никакой. Потому что каждая порода голубей, он имеет свой стиль полета. Я вот сколько лет показываю, я показываю один и тот же самый стиль полета и боя. То есть я говорю, вот они сейчас приспустятся, один-два сядут, остальные пойдут. Один-два сядут, остальные пойдут. То есть вы никогда ни разу не видели, что они все спустились и все одним разом сели. Нет, у них стиль полета совершенно другой. В общем, то есть у этой породы, то есть должна быть чистота породы. В общем, не просто мешать бульдогам с носорогом, да, если вы держите душамбинцев, то они у вас должны быть чистые душамбинцы. Если это линоканцы, это чистые линоканцы. Если эти бакины, то чистые. Армянские чистые, турки чистые там. Понимаете, то есть порода там должна быть в чистоте.
Точно так же у вас. Если в одной голубятне сидят по 20, по 30, по 100, по 200 пород, откуда там может взяться чистота? Не может взяться. Может быть хороших? Не может быть. Теперь, пятый пункт пошли. Значит, голубь должен уйти спокойно от хищника. Хороший голубь, он спокойно должен уйти от хищника. Хищник может взять только слабых, больных и уже все, стариков, очень старых голубей. Но опять же, слабых. То есть здорового голубя хищник не может взять. Он может его подранить, но не взять. Если даже он его и брал, я сколько раз показывал, да, когда в линьке было, брал. Я говорю, взять-то он взял. Вопрос в том, унесет или не унесет. Здоровый голубь вырывается от него. Он не может унести. То есть голубь вырывается, он порванный приходит домой. Уж за столько лет, сколько у ребят уже появились такие голуби. Значит, шестой. Хороший ветер. Голубь должен пропадать. Он не должен пропадать. Хороший ветер, он должен выдерживать темп против этого ветра и долететь до дома. Он не имеет права пропадать. То есть, в туман. Вот у нас, говорит, туманом снизу накрыло, там 40-50 штук, 100 штук голубей осталось ночью, да? Имеет право голубь туман пропадать? Не имеет права голубь туман пропадать. Я 100 раз показывал этого. Ни один даже пищалка, ни одна даже пищалка не пропала. То есть туман они не пропадают. В ночь оставаться. Голубь должен ночь оставаться. Умный, хороший голубь, он ночь не остается. Он обязательно садится на свою крестовину. Обязательно. Как бы вам не хотелось работать, как вы не любили свою работу, но вы идете домой, вы не остаетесь. Понимаете, черти где. Вы возвращаетесь домой. Голубь должен вернуться домой. В темноте, под прожектор, без прожектора, он должен садиться. Он не должен падать абы куда. Если он сел где-то, рано утром соскочил, прилетел домой, он нормальный голубь, неплохой голубь, но он не хороший голубь. Понимаете? Хороший голубь обязательно должен садиться. Сколько раз я... Сейчас скажут, блядь, он только своих голубей хорошим считает. Я все это показывал. И по 10, и по 15 штук. А ночь садились под прожектор. Все садились. Помимо этого, значит, да, в общем, хороший голубь, помимо того, что он хорошо летает, он хорошо бьет, он прекрасно уходит от хищников. Он не пропадает в туман, он не остается в ночь, он не пропадает в ветер. То есть он стабильный, он постоянный. Это жесткий голубь, которого вы не боитесь любую погоду выпускать. Он еще должен дать себя подобных пискунов. Понимаете? Если он дает пискунов, допустим, голубь столбовой, а дает птенцов ленточных. Он дает пискунов, которые бьют в ленту. Он покрывается часами, а его пискуны не летают. Он не хороший. Он обычный. Средний голубь. Понимаете? Поэтому, ну, десятая часть, вот это, да, там, то, что он обязательно должен давать таких же, такого же потомства себя подобных, это редкость. Это бывает из тысячи таких голубей, которые вот точно, четко дают таких же, как они. Иной раз лучше, чем они. Иной раз чуть хуже, чем они. Но то, что этот от него пискуна, вы уверены, что он пойдет. Это, да, вот посмотрите, пищат, я выезжаю, выкидываю, я не боюсь, что они пропадут. Пищат,
Они пищат, крыши толком не видели. Я не боюсь, что они пропадут. Почему? Потому что родители такие. Родители такие. И они должны быть такие. Понимаете? Вот если вот эти критерии у вас совпадают, ну, плюс еще красота. Кто любитель красоты, добавим еще один подпункт, что у него перо к перу, одно перо. Ну, в этом случае я могу сказать, вы можете вообще не держать голубей, потому что там у вас голубятни будет максимум один или два голубя. Если даже вы там пол России проедете или там где-то что-то как-то, вы все равно не найдете таких голубей. Понимаете? Это вот если мы сейчас возьмем чемпионов мира, или там великих академиков, художников, ученых, тех, пятых, мы среди них не найдем ни одного Алена Делона, понимаете? Ни одного красавца практически не найдем. Единицы из тысячи один может быть, при этом, да, который есть все вот эти критерии, в котором, и еще и красавец. То есть, только... Только, ну, если среди артистов найдете, понимаете, там, ну, красивых артистов найдете, ну, артист это не ученый, это не спортсмен, это не то, это не другое, да, артист это другое, совершенно другое. Ну, хотя они как бы тоже входят в интеллигенцию, там, то другое, но это не то. Ну, это, скажем, как декоративные голуби, понимаете. Среди них, да, вы много красивых найдете. Но трудно найти среди артистов таких очень жестких, там, чтобы они были и очень умные, и очень сильные физически, и то, и пятое, десятое, да. И вот после этого, друзья мои, ну просто вот это, да, вот есть у вас голубь, я перечислил, вот 10 критерий я перечислил. И посмотрите, вот если по этим критериям все 10 совпадают, уверен, вы этого голубя никогда не потеряете. Ну, если один-два не совпадают, ну, конечно, нет, да. И поэтому фраза «хороший голубь» давайте поменьше будем употреблять. Любим мы голубей? Любим. Хороший, плохой, мы их любим. Вот мне вчера человек позвонил, он говорит: «Гагик, я за голубей даже сидел». Из Сургута позвонил. «Ты не поверишь, я, говорит, голубей люблю даже больше, чем женщин». Он любит. Тут не важно, хорошие голуби, плохие голуби, красивые голуби, некрасивые голуби. Человек любит голуби, понимаете? И вы любите этих голубей. Ну, просто понятие хорошее давайте будем меньше употреблять. Она и не нужна. Понимаете? И вот то, что вот там еще начинают друг другу хаять, кто-то там что-то говорит, да это фигня. Это то другое. Тоже некрасиво, понимаете? Человек любит этих голубей. Но просто еще раз повторяю, понятие хорошее – это очень сложное понятие. И если вы начнете искать на самом деле хороших голубей, вы поймете, что их практически нет. Тут не важно за сколько. То есть не важно за сколько. Вы их просто... не найдете. Их практически не существует хороших голубей. Единица, единица. Ну и по поводу того, что он по-любому берет, по-любому тащит там, ну уж в любую погоду, любое время, столько людей приезжали, даже те погодные условия, когда голуби не должны были летать, и в дождь я поднимал, и ветер поднимал, люди часами стояли, видели, что эта птица летит. То есть не я просто там балаболю, да? Люди приехали, смотрели, есть эти ролики. Это не я смотрел, это они со мной смотрели, да? Что эта птица летит, время показывает, бой показывает, да? Ну и как видите, кроме чем кошки и совы, у меня нет хищников, понимаете? Кроме кошки и совы нет хищников. Посчитайте, сколько голубей за этот несколько лет сапсан или балобан или тетер или то другое меня унес. Практически ни одного. Всех моих голубей с крестовина ночью снимает либо сапсан, это либо сова, либо кошка с крыши. Когда голуби не видит, но голуби ночью реально не видит. Они не виноваты в этом.
Просто вот то, что я там тросы привязывал, да, вот очень часто у меня ночью садятся, в темноте садятся. И количество голубей такое, да, что я не всех не сразу узнаю, этот на месте, не на месте, что прожектор оставить, чтобы кошка его не это, да, не сожрала. Но с другой стороны, прожектор тоже нельзя всю ночь оставить, потому что птица должна отдыхать, они должны спать, понимаете. То есть тоже вот как бы вот такое, да, ну все. Ну я еще раз, ну как бы, повторяю. Просто посмотрите, проверьте, что такое хороший голубь. И вот после этого вы сделаете выводы. А вот копчик того, который взял, он был на самом деле хороший? Ну или просто он хорошо летал? Ведь понимаете, у нас же еще народ дурили с этим линейным разведением, вот это так называемый долбанный имбридинг, с этими прививками. То есть птица должна была сдохнуть. Херачили туда вот это, понимаешь, он живой, но он манекен, он не живой, он полумертвый, понимаете? И вам кажется, что он живой, здоровый, и вот копчик его взял. Нет, на самом деле это подболевшая птица. Это подболевшая птица. Кто за прививок, дорогие мои? Флаг, руки, бегом, сейчас вот эпидемия, COVID-19, всех подряд, детей, внуков, матерей, братьев, сестер, сами не забывайте себя ставить прививки. И поймете, что это такое прививка. На себя почувствуйте, после этого у вас рука не поднимется прививать голубей. Если вы на себя почувствуете, что такое прививка, у вас руки не поднимутся на голубей. Ну, конечно, если в голове не совсем пустота, не совсем сквозняк, если там мозги присутствуют. Есть такие, у которых там, просто, наверное, лопатами все выгребли, оставили пустой череп, но он ничего не понимает. Так что решите, хорошие голуби или плохие голуби. Удачи всем. И дай бог, чтобы у вас у всех хотя бы пару хороших голубей в голубятне появились. Тогда вы на 100% будете убеждены. Все, что я говорю и показываю, это правда. Знаете, ну, насчет того, что я показываю, все, что я говорю, я и показываю то же самое. Я говорю, вот это белое, и показываю белое. Но кто-то может посчитать, что это не белое. Это не говорит о том, что это не белое. Все, что я говорю, я все это показывал в деле. То есть, говорил, что уходит, показывал, как уходит. Говорил, не пропадает. Я даже вот там метею, когда голубей поднялся. Я не знаю, говорит, он как вас обманывает, но он обманывает. Такой метель голуби не могут лететь. Там люди пишут, говорит, слушай, говорит, ну человек показывает, ты своим глазам веришь, уже не веришь. Не, говорит, такого быть не может, понимаете? Вот не может быть, что метель такой, ничего не видно, снега метет, ветер, да, и голуби летают и садят. Но он не верит, понимаете? Ну и флаги ему на руки, понимаете? То же самое по медному купороту, да, там. Многие не верят, что это не помогает, а помогает. Ну и флаг вам на руки, понимаете? Ну не верьте, кто в этом виноват, понимаете? То есть, это ваша проблема, мучайтесь дальше. Кто поверил, кто делал, у него все замечательно. Я бы уже очень часто подкалывал. Я, копчик не подходит, запах от медного купороса, поэтому у него аллергия на это. Ну все, всем спокойной ночи. И дай бог на самом деле хорошей птички, чтобы у вас все получилось.